Летнее время – это время отпусков. Все спешат на солнце. Тем более, что Карелия не радует в последнее время солнечной погодой. Сейчас и время отпуска мэра Петрозаводска Ирины Мирошник. Однако мы неожиданно встретили ее на очередном объекте. Вы ведь в отпуске? В отпуске, да. И тем не менее, вот вы нашли время прийти. Некоторые вопросы требуют участия, поэтому и заодно приехала проконтролировать ход программы «Городская комфортная среда», потому что обеспокоенность была в первую очередь по дорогам. Из-за дождей у нас сроки сдвигаются. Мы с подрядчиком изначально говорили о том, что до конца июля будут выполнены большинство мероприятий по асфальтированию дорог и тротуаров, но практически 3 недели дожди были, и соответственно, сейчас скорректированный график говорит о том, что это будет все-таки в рамках заключенного контракта 31 сентября. Ой, 30-е, да. Ну, а по дворовым территориям, так как площади меньше объема выполняемых работ, то, соответственно, практически везде уже выполнены работы по всем 35 дворовым территориям в разной стадии, потому что где-то еще ждут игровое оборудование. Но вот на данной территории мы, например, видим образец того, что все виды работ уже выполнены. Асфальтирование успели до сезона дождей, и отмостка, и игровые площадка, вот все формы уже установлены. Поэтому по реализации проекта «Городская комфортная среда» в части дворовых территорий у нас тут опасений нет. Мы в сроках вполне укладываемся. Значит, больше волнения, конечно, по ремонту дорог, но и то рассчитываем, что организация серьезная, они предпримут дополнительные меры по усилению, и работы будут выполнены в срок по контракту 30 сентября. Да, хоть лето и сезон отпусков, но чтобы успеть в короткие периоды без дождей корректно уложить в городе асфальт, не время отдыхать.